Во вторник в Самарской области солнечно, преимущественно без осадков, 26-28, днем, ночью 19-21, выше 0. Ветер восточный 2-4, порывы до 9 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 27, ночью плюс 21 градус, восточный 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 27, ночью 21 выше 0, восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре солнечно, плюс 26 в дневное время, ночью плюс 19, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 46%, температура воды в реке Волга 21 градус, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.